А почему вчера не было салюта, был День России, вроде праздник или уже не праздник? Ну, смотрите, у нас 12 июня, это какой праздник? Праздник независимости Российской Федерации, то есть это тот день, когда мы вышли из Советского Союза, да, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас всеми силами пытаемся создать Советский Союз 2, скажем так, то есть мы там пытаемся, то, что мы считаем, что это наше, что Украина это наше, надо забрать как можно больше. Вот, и происходит некий вот такой когнитивный диссонанс, как я считаю, когда с одной стороны про суверенитет говорят, с другой стороны мы хотим снова империю, снова Советский Союз и дайте нам побольше территории, которую мы сами считаем. Мне кажется, что у кого-то там наверху срабатывают мозги и есть понимание, что как-то странно будет салют выглядеть в этот день, и вообще по-хорошему бы этот день, ну, как я думаю, что верха должны думать, надо бы потихоньку свернуть и забыть, что у нас был такой день. А что оставить? Независимости Российской Федерации. Ну, не знаю, там сегодня же уже появляется предложение 9 июня сделать как Днем России, это день рождения Петра Первого, который империи. Был первый создатель Российской империи, надо не 12 июня, а 9, это вот как вместо 7 ноября стали 4 ноября праздновать. Ну, я думаю, что со временем мы перейдем вот, со дня независимости, суверенитета и так далее, перейдем к дню создания Российской империи, назовем это тоже Днем России, мне так кажется.